года, но тренер изменил что-то в команде, тем более, если я знаю, что уже играли под руководством Брюсова. Это проще вам будет, как, насколько вы его знаете, вот, в качестве тренера. Ну, конечно, изменилось. Каждый тренер приходит со своими установками на игру и к тренировочным, своими подходами к тренировочным процессам, вообще, к игрокам. И по быту, и по игре. Поэтому приходится подстраиваться, но тем, кто не работал. Я уже работал, знаю, что требуется, и мне в этом плане легче. Давай, чтобы... давай, разбирай, высокий, высокий! Плеч, хороший тренер, команда с ним должна добиться основной задачи. А, кстати, задача, какой у нас тренер в команде, как команда? Я так понимаю, что костяк более-менее все-таки останется тем, который был в прошлом сезоне. А какой настрой в целом в команде на вот решение поставленной задачи? Настрой... Как сказать, у нас только один настрой, выполнить задачу, у нас другого нет пути, шанса нам не поставят на болельщики, ну что же. Костяк останется, скорее всего, просто ребята не разговаривали, вроде бы все хотят остаться в Харькове, решить задачу. Ну, сейчас был небольшой перерыв, вот сейчас команда первая вышла на первый контрольный матч. Как она настроена, что-то, ну, пока, наверное, сложно сказать, так игра только началась, но, тем не менее, как они дорвутся в бой, как вот для вас хотелось бы выйти там поиграть? Ну, это такое, как сказать, ознакомительная игра, и больше для тонуса, посмотреть, познакомиться с тренером. Ну, тоже, я думаю, хочется выйти, показать, хоть не знает, не показать, а поиграть в футбол хочется. Ну, так настрой такой осторожный у ребят, тоже надо и травму постараться не получить, ну и себя показать.